Не, нормально, кстати, бутылку, ну вот я 2 литра, короче, возил, нормально вообще, выдерживает. Вы слышали отзыв владельца? Это те самые бонки, которые мы прикручивали в вилку. Из канализационной пластиковой трубы сделан бутылкодержатель, самодельный багажник сварной. Смотрите, какой модный, крутой. Так что, если есть желание, мы вам сделаем. Заказывайте, мастер изготовит и багажники, и любые вот такие бутылкодержатели, и, конечно, сумочки. Посмотрите, сколько здесь сумочек. Это все сделано своими руками мастером в городе Тверь. Обращайтесь. Взвесили мы этот велосипед, полностью обвешанный, с багажником. Ну, блин, килограмм 13-14. И тут же вот стоит у нас GT. Блин, он реально чугунный. Он просто 15-16 килограмм весит. Это горный, без сумочек, без всего. Такой вот вес, вот такой прикольный велик.